Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня будем делать мормышку, которая спасет рыбалку в глухозимье. 100% вариант. Мое изобретение, как и все мои мормышки. Так что вот я подготовил, чтобы видео длинным не было. Взял латунную бусинку. Она 3,5 мм. Потом в рыболовных магазинах, вот у меня салатовые вот такие, они заряжаются светом и светятся очень долго. Фосфорные или как бусинки продаются в рыболовных магазинах. Ну и вот тут у меня посередине тоже бусинка, покупал в рыболовном магазине. Цвет серебра, короче, серебряная, можем сказать. Ну вот так мы проделали с вами. Крючок номер 12, 12-миллиметровый крючочек. Беру потом черную нить и сюда, чтобы у нас не слетало, наматываем. Делается быстро, невзрачная, но рабочая. Добавляем так, типа хвостика черного делаем. Попробуйте сделать себе, делается легко. Ну вот, и делаем узел. Ее смотрите сейчас, чтобы узел у нас никогда не развязался, так как у меня есть УФ-клей, я сейчас это все залью УФ-клеем, УФ-гелем, лаком. У кого нету, хотя бы каким-нибудь клеем, вот этот вот хвостовик, чтобы нитка не размоталась и у вас не сползала, и не сползали эти бусинки. Ну а я буду промазывать ее всю конструкцию УФ-клеем. Чтобы она у меня была вечная. Ни один ног у нее, чтобы не погрыз. Вот видите, как она светится. Она заряжается и потом опять светится. Ну и светится очень долго эти шарики. Так, сейчас еще тут сверху добавлю чуть-чуть. Получается вот так. И фиксирую УФ-фонариком. Все. Мормышка готова. Подписывайтесь на канал. Дальше много чего интересного. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кому не нравится, дизлайки. До новых встреч. Ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.